remember swimming in December, heading for the city lights in 1975. We sharing each other nearer than father. Scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, fostering in every boy and girl. Всем привет! Я это сделала наконец-то. Очень долго я собиралась. Не раз говорила, что хочу снять все это со стены. Это я сейчас, кстати, тоже все буду снимать. Хочу сейчас пойти или поехать купить сюда прям большие часы, потому что без часов я не могу, на плите у меня их нет, и я уже привыкла как-то автоматически поворачивать голову сюда, когда готовлю, чтобы посмотреть на время. Вот. И, собственно, эта стена у меня будет пустая. Тут видны небольшие такие дырочки от гвоздиков. Вот. Но я прям боялась, что надо будет переклеивать обои. А вчера, что называется, психанула Анька. Вечером уже, когда все спали, уложила всех своих троих детёв. Вот, думаю, дай-ка я попробую вытащить один гвоздик. Вытащила, и он прям у меня так руками достался даже из этой стены. Вот, поэтому думаю, что сейчас я что-нибудь придумаю, чтобы это все замазать. Хотя, если кто-то не знал, допустим, что у меня здесь висели тарелки, даже и, ну, не видно, что здесь какие-то дырочки. Да. Еще у нас постоянно тут с этим ремонтом стучат, сверлят. Василиса постоянно боится, да? Да. Страшно? Да. Скажи, да. Страшно. Тетя. Все, иду, иду с тобой, иду. А еще я забыла про эти тарелки. Их я тоже, в общем, буду все убирать. Причем у нас, как я уже говорила, в доме капитальный ремонт, и приходили рабочие, сказали, что вот этот короб у нас надо будет весь ломать, потому что там проходит какая-то труба, которая ведет к соседям, потом еще к другим соседям. Вот, сейчас мы еще с ними будем решать вопрос, как это все сделать. То есть я сказала, что да, ломайте, но чтобы потом все было в таком же виде, потому что я тут не собираюсь жить в трущобах, чтобы они тут все раскурочили, это разворотили. Вот, но что-то до нас никак не дойдет их начальника. И вот это мне теперь сейчас надо будет все убирать. Сейчас возьму газет внизу в ящиках, наберу, у нас постоянно там их выкидывают, никому они не нужны. Все буду заворачивать, и походу мне нужна еще одна коробка из Икеи. Ну нет, я, конечно же, туда не поеду ради коробок, что-нибудь сейчас придумаю. Гулёна на руки забралась. Мы сейчас вот с этими пакетами, еще с этими огромными часами забирались на 9-й этаж пешком. Наши покупочки, купили колбасу, мы всегда покупаем в мясницком ряду. Василиса попросила сосиски какие-то нежные, молочные. У нас с папой сегодня дошираки, так захотелось. Купила сердечки индюшачьи. Девочкой давно уже просили фломастеры. Заодно зашли, купили всякие ручки, фломастеры. И мне еще со вчерашнего дня так хотелось помидоров, вот просто в этом в томате. В принципе, все. Купила я вот такие часы и начала вставлять батарейку, и они у меня все лопнули. Прям пополам она у меня лопнула. Сейчас повезу их обратно, благо чек у меня остался. Не знаю, примут их или не примут. Я очень расстроилась. Сдала я те часы. Я нашла то, что я хотела. Правда, я их видела, ну, в серебристом цвете. Но когда увидела вот это, прям схватила. Это я фамилию купила. 900 рублей, по-моему. Сейчас буду вешать их. Целый день у меня ушел на то, чтобы убрать весь хлам с кухни. Разобрала весь верх. Для тех, кто смотрел обзор моей квартиры, рум-тур, наверное, помню, что там было.
Вот здесь я все прибрала. Тут у меня на окне были еще новогодние наклейки. Я все это убрала, пересадила цветочки. Здравствуйте. Привет. Ну и, конечно, стена. Все, теперь у меня здесь одни часики. Очень прикольно смотрится. И пустота. Прям даже как-то кухня стала больше казаться. Здесь я пересадила домашний декоративный перец, вон там бутончики. Да, Бобби. А это апельсины из Греции. Да. Вот нам привозили апельсинчики, аккуратно, малыш. Да. Я посадила косточки. Да. Греческие апельсины у нас тут растут. Наши каждодневные тренировки продолжаются. Вот видите, у нас какой ремонт. Меняют туалет, меняют все трубы. Да. А мы ходим пешочком. Девятый, уже девятый. На первый с девятый. Да? Василиса уже с дедушкой спустились. Мы догоняем. Ты не замерзнешь, так точно. У нас сегодня, кстати, вербное воскресенье. Всех с праздником. Ага, всех с праздником. И вроде на улице немножко потеплело. По весеннему только одеться. Ты говори глупостей. И мы будем с мамой ее за ноги оттуда выковыривать. Привет всем. За ноги будем дергать из сугроба. Нет, я сейчас сугроб полечу прям головой. Я тебе говорю, а в воздухе два раза перевернешься. Я сегодня так хотела посмотреть «Сумерки», и они сегодня целый день идут по РЕН-ТВ, все части. Вот, у меня тут такой небольшой творческий беспорядок. Обжариваю сейчас сердечки индюшачьи, потом буду их тушить в кастрюльке с картошкой, с морковкой, с луком, с чесноком, в общем, как типа рагу. Еще приготовила свою любимую сборную солянку. Вот, в общем, воскресенье у нас сегодня я кушаю. Тушатся у меня тут сердечки с морковкой и с луком пока вот в бульончике. И сейчас туда буду добавлять картошку. Ну вот, у меня почти все готово. У нас наконец-то начал таять снег, вы видите, уже все подтаяло, но его еще очень-очень много. Пасмурно на улице, солнышко выглядит на минутку и опять заходит. Вообще обещают уже через 2 дня 12-15 градусов, но мне вообще не верится в это. И вот я не знаю, идти нам сейчас гулять или нет, делать на улице нечего, потому что лужи по колено, все площадки мокрые, еще какие-то опять вирусы ходят. В общем, не знаю. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всех целую, до новых встреч!